Доброе утро, мои друзья. Сейчас я буду жарить гренки. Это хлеб обмакиваешь в яйце и его жаришь на завтрак. Блин, сковородка уже что-то быстро разогрелась. Надо быстро резать хлеб. Спала чудесно. Последнее время прям много сплю. Вчера сколько спала, и днем спала, и утром почти до полдевятого спала. Думала, ночью не буду спать, а вот вчера вырубилась 12 часов. Спала как убитая. И Тюша звонил, вроде все хорошо. Веселенький, энергичный мой ребенок. Блин, как она шумит. Девочка. Соль. Со спицами. Молочко. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Хорошенечко все это мы перемешиваем. О, не стреляй. Ай. Прям мне попало. Все это. А я сегодня без теней. Мне девушка одна написала комментарий, что мне без теней очень хорошо. Я решила сегодня не красить тени. Причем она мне писала этот комментарий очень давно, а я его заметила только вчера. И давай быстренько ей отвечать. А еще мне вчера написал подписчик, что он смотрит мои видео, и у него такое ощущение, как будто я только что сошла с экрана телевизора. Представляете? Это было вечером, он мне написал, уже около 12. Прям я такая радостная была. Думаю, вау, ничего себе. Просто класс. Так, все, греночки я уже выкладываю на сковородку. Все, сейчас они пожарятся. И будет вкусненький кофе с гренками. Пью эти таблетки. Каждое утро по одной таблетке. Называется цинорезин. Попробуйте пить, голова никогда болеть не будет. Прям приходит ясность ума, очень много энергии. Вот такие классные таблетки. Цинорезин. Каждое утро по одной таблетке в сутки. В одно и то же время желательно. Я вот в 6 встаю. Где-то 6:30 я ее уже пью. Пока там зубы почищу, пока то все. Вот такие вот дела. На улице холодина, будет обратно, наверное, дождь. Работы сегодня, во, выше крыши. Сегодня отдыхать не получится. По-любому. Сегодня буду пахать и пахать. Как ломовая лошадь. Так, пока у меня там жарится, я порежу хлебушек. Сразу весь порежу и в пакетик, чтобы потом не нужно было тратить время на то, чтобы порезать хлеб. У меня там дом 2 включен. Смотрю, сколько лет уже. Вот сколько он идет, столько я смотрю. Одно время как-то я его перестала смотреть, по-моему, как уехала учиться. Я снимала комнату у бабушки. И там не было телевизора, и мне было негде посмотреть этот дом 2. И вот на пару каких-то лет я его перестала смотреть. А потом снова продолжила, когда возможность появилась. И до сих пор смотрю. Уже сколько лет он идет. Где-то с 2004, наверное, он идет, да? Капец. Скоро 20 лет будет, как он идет. Все, вот хлеб готов.
на завтрак, обед и ужин. Все готово. Так, сейчас нужно переворачивать гренки. Вот и все. Одной вилочкой справилась. Вот в это красивое блюдо я их буду складывать. Перекладывать готовое. Угу. Тут у меня крылышки отваренные. Макароны есть и яйца жареные. А еще салат. Из листьев капусты. Готовила я его вчера вечером уже. На завтрак. Как вам мои ногти? Маме мои не понравилось. Хотя я думала, что ей очень понравится. Но они очень короткие. Если бы они были длинными, они бы смотрелись по-другому. А я же их всех посломала. Думаю, отрастут вообще, потом буду делать. Красивый-красивый маникюр. Глаз не отвести. Сейчас пожарю эти гренки. Потом выберу, что одену на работу. Волосы расчешу, соберу. Потому что там ветрище такое с распущенными, точно не вариант идти. И побегу на работу. Так. Кроссовки одену. Теплую, короче, обувь одену. Потому что очень холодно. Мне так неохота брать с собой зонт. Но у меня все куртки, все без капюшона идет. Поэтому, походу, придется брать зонт. Не знаю, сейчас посмотрим. У меня есть эта джинсовка, она с капюшоном. Но если будет идти такой вот нудный дождь, однотонный, то это она вся промок... я вся промокну. Вот. Первая партия готова. Сейчас покажу, какие они шикарные получились. Красивые. Не подгорелые, не это. Прям самый цвет. Мурочка что-то меня вот это беспокоит. Мурчит и мурчит. Чего хочет, не могу понять. Вчера она целый день гуляла. Вечером уже только пришла домой. Вроде нормально. Сегодня с утра опять он вякает и вякает. На улицу ее что ли выпустить? Марусь, что ты хочешь? Она не голодная. Она вообще не голодная. Она, во-первых, только ела, во-вторых, у нее еда лежит. Специальная кошачья еда. Что? Вот. И такими на меня глазами страшными смотрит. Я не знаю. Чё? Ну что? Пошли, может, ты на улицу хочешь? Иди сюда. Марусь. Она на улицу хотела. Она на улицу убежала. Вот такие вот дела. Тролливайся, тра-та-та. Там пока жарится. А еще два кусочка осталось. И все. Все готово. Сегодня что одеть на работу? Одену, наверное, кожаные штаны. Одену теплую кофту черную зимнюю. И сверху одену джинсовки. Я, наверное, буду мерзнуть. Даже если буду в теплой кофте. Куртку одеть. Или плащ. Плащ он без капюшона. Что одеть? Выброжу ли я?
Сейчас переверну, пусть жарится. Сама пойду вещи выбирать. Блин, пальцем дотронулась до хлебушка. Ой, все, интернет сделала. Все нормально, мне настроили, все работает. Пришлось сбрасывать все до заводских установок, телевизор. Заново все это делать. Так, ну то, что я одену кожаные свои лосины, это точно. Это прям не обсуждается. То, что я одену теплую кофту зимнюю, это тоже не обсуждается. Под низ я еще даже одену маечку. У меня где-то была. Вот она, зеленая футболка. Сейчас. Она Витюхина футболка. Но он ее не носит, ношу ее я. Она ему чуть большеватая, а мне она как раз. Так. Я одену свои кроссовки новые. Блестящие. Есть плащ, но он без капюшона. Есть куртка, но она прям теплая, короткая теплая куртка. Ну ладно, что одеть наверх, я уже полбеды разберусь, короче. Во, все. Так, там уже, наверное, гренки пожарились. Короче, сейчас как-нибудь оденусь, по-любому. Голой не пойду, однозначно. Все, я их снимаю. Они так поджарились немножко. Еще 4 получится. Раз. Два. Блин, хлеб обалденный. Прям мягкий-мягкий. Я раньше сама хлеб пекла. Когда это с Колей жили, ну и то честно не всегда, потому что где-то времени не было, где-то сил не было, желания не было, но в основном последнее время я сама хлеб пекла. Блин, вкусный домашний все равно получается, другой прям, не такой как в магазине. Все, это последняя партия. Хлебушек можно убирать. Молоко на место. Холодильник, ножик чистый, на место. Тряпочкой со стола сотру сразу. И все. Пойду одеваться на работу. Нет, я сначала выйду на перекур, потом буду спокойно на работу собираться. Где-то 8:30 я уже из дома выйду. А сейчас время 7:40. Офигеть, время бежит. Ладно, друзья мои, ждите мои новые видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.